В эфире программа «Перекресток», а в студии Людмила Ракевич. Здравствуйте. Мы продолжаем вас знакомить с обстановкой на дорогах нашего региона. Прошедшая неделя осталась в истории с дюжиной ДТП, три из которых со смертельным исходом. Причем в одном из них погиб ребенок. Стоит отметить, что это первая смерть несовершеннолетнего за 2013 год на дорогах Гродненской области. Теперь обо всем более подробно. Первый рабочий день недели был отмечен тремя ДТП, в том числе одним со смертельным исходом. Так, в понедельник 29 июля в 10 часов вечера в деревне Арковичи Новогрудского района водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершал разворот и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, а его пассажирка с травмами госпитализирована в больницу. В этот же день также было зафиксировано два наезда на пешеходов. В половине восьмого утра в городе Новогрудок на улице Волчецкого безработный местный житель на автомобиле Audi 100 совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. А вот с лонями была травмирована пенсионерка. Водитель москвича не поставил свой автомобиль на ручной тормоз, и в результате он самопроизвольно покатился вниз, прямо на женщину. С травмами она была также доставлена в больницу. Во вторник также не обошлось без погибших. В половине первого дня на автодороге Гродно-Озеры водитель Toyota Yaris не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинулся. В салоне автомобиля, кроме водителя, находилось две 13-летние девочки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП одну из них выбросило на обочину, где от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Мы еще раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения и настоятельно просим пристегивать всех пассажиров автомобиля ремнями безопасности. Ведь если бы водитель пристегнул ребенка, то трагедии можно было бы избежать. В этот же день было зафиксировано еще два ДТП с пострадавшими. В 8 часов утра на трассе Минск-Гродно 30-летний житель областного центра, управляя автомобилем Audi, уснул за рулем. В результате столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении. За рулем последнего находился житель столицы, который в результате ДТП не удержал автомобиль на дороге, съехал в кювет и опрокинулся. С различными травмами минчанин был доставлен в больницу. Вечером в Гродно на перекрестке улиц Дзержинского и Курчатова 18-летний житель областного центра, управляя Mitsubishi Karisma, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Маздой, которая проезжала перекресток на зеленый сигнал светофора. Ближе к выходным случилось еще одно ДТП со смертельным исходом. В пятницу в городском поселке Юратишки житель Минска на автомобиле Peugeot 406, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезжую часть Volkswagen Polo. В автомобиле немецкого производства находилось три пассажира. Двое с травмами доставлены в больницу, а одна женщина, к сожалению, погибла. Еще одно столкновение произошло 2 августа в 11 часов дня вблизи деревни Минчики Берестовицкого района. Гражданин Польши, управляя автопоездом «Вольво», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся навстречу «Рено». После оказания медицинской помощи все участники ДТП были отпущены домой. А в половине 12 утра этого же дня вблизи деревни Полутылицкого района жительница деревни Можейково неправильно выбрала скорость. Ее «Опель» занесло, затем он съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с различными травмами была доставлена в больницу. 3 августа в 11 часов дня в Лиде гражданин Литвы, управляя «Ситроеном», не уступил дорогу грузовому «МАЗу» автотранспортного предприятия города. В легковой машине находилось два человека, которые после ДТП были доставлены в больницу. В воскресенье около 8 часов вечера возле деревни Ельня Мостовского района 21-летняя жительница деревни Крупова на «Ситроене» Ксара не справилась с управлением и съехала в кювет. С травмами она была госпитализирована в больницу. Ближе к вечеру около деревни Кватеры Берестовицкого района столкнулись Volkswagen Passat и Peugeot 307. Виновник ДТП на Volkswagen на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу второму участнику ДТП. Кроме самого водителя, в салоне Passat находилось еще три человека. Все четверо были госпитализированы. Травмы получил водитель и пассажир Peugeot, оба жители столицы. Их также доставили в больницу. И это весь обзор аварийности за минувшую неделю. Более подробно о том, что происходит на наших дорогах, вы сможете узнать из страниц нашего сайта gaigrodno.by. На этом я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Удачи вам на дорогах и берегите себя и своих близких.